Всем привет, на связи Мабу. Существует вообще очень много вопросов, которые задают все те, кто собирается обучаться Android-разработке. Этих вопросов масса, но есть три самые часто встречающихся, самых простых и самых коротких вопросов. Это какие платформы существуют в мобильной разработке, какой софт необходимо использовать в мобильной разработке и на каких языках программирования разрабатываются в целом мобильные приложения. Сегодня я отвечу на эти популярные вопросы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, собственно, какие платформы существуют? В мобильной разработке существуют две основные платформы. Это, собственно, Android и iOS. Что отличает эти две платформы? Собственно, iOS отличает ограниченное количество устройств. Эти устройства отлично оптимизированы под одну платформу, так как выпускаются одной компанией, то есть Apple. То есть там все великолепно оптимизировано. Android – это платформа, на которой существует огромное количество мобильных устройств. Эти мобильные устройства разработаны совершенно различными компаниями. О чем нам говорит этот параметр? Дело в том, что разрабатывая под iOS, мы с вами получаем всегда отличное отображение внешнего вида приложения на всех смартфонах. Потому что, собственно, мы разрабатываем под конкретно эти смартфоны. Эти смартфоны, ну, в данном случае айфоны, они разработаны одной компанией, и все там внутри оптимизировано. И поэтому нам не нужно ковыряться именно с оптимизацией под различные разрешения. Нужно, но не так детально, как в Android. В Android же мы работаем с множеством устройств. Эти устройства поставляют огромным количеством компаний, преобладающие компании – это китайские компании, и там нужно оптимизировать под различные устройства. Но в чем преимущество платформы Android? В том, что вы можете начать разрабатывать на абсолютно слабом компьютере. Если вы начинаете разрабатывать под iOS, то вам нужен MacBook, как минимум MacBook Air. Ну и в нынешних реалиях он должен быть на чипе, процессор должен быть на чипе M1. То есть вам нужна достаточно хорошая инвестиция в разработку под iOS. Какая инвестиция? Ну это в районе 100 тысяч рублей. Под Android вы можете разрабатывать на абсолютно том компьютере, который у вас есть всего здесь и сейчас. Можно ли разрабатывать мобильные приложения без компьютера? Конечно же, нельзя. Вы собираетесь стать программистом, поэтому вы обязательно должны иметь в своем распоряжении компьютер. Хотя бы с оперативной памятью от 2 гигабайт. А 2 гигабайт можно уже что-то разрабатывать отлично. Я сам учился на компьютере, которого было 2 гигабайта оперативки. Ноутбук был. Но он у меня, собственно, есть. И на нем уже можно начинать что-то разрабатывать. Итак, платформы две. Android и iOS. У каждой есть своя специфика. И для того, чтобы разрабатывать под каждую из платформ, нужно в ней разбираться. И, соответственно, когда вы заходите в Android-разработку, вы обязательно должны выбирать, под какую платформу вы будете разрабатывать. Да, можно выучиться и разрабатывать под две платформы, но начать нужно с одной. Проще всего зайти в Android-разработку
изучить Android-разработку, пописать пару лет мобильные приложения, и когда вы уже будете там все знать, уже у вас будет опыт, практика, вы можете уже перейти к изучению второй платформы разработка мобильных приложений под iOS. Это самый идеальный вариант, как вы можете поступить. Итак, а какой же софт мы используем при разработке мобильных приложений? При разработке мобильных приложений, если мы говорим про Android-разработку, то, конечно же, все мобильные приложения разрабатываются в Android Studio. Это без вариантов, так как мы при Android-разработке используем Android SDK, то есть набор методов, классов, объектов, которые мы переиспользуем, которые на нас были разработаны разработчиками платформы Android. И эти разработчики нам упростили задачу при разработке мобильных приложений. То есть многие вещи уже не нужно писать с нуля, а мы можем просто переиспользовать наработки программистов. Под iOS, если вы хотите разрабатывать под iOS, то вы должны использовать такой софт, как Xcode. Суть та же самая. При разработке под iOS мы в Xcode используем методы, классы, объекты, все те наработки, которые были разработаны уже разработчиками платформы Xcode, да, то есть платформы iOS, для того, чтобы мы могли разрабатывать под эту платформу мобильные приложения. То есть под Android мы разрабатываем на софте Android Studio, под iOS мы разрабатываем на софте Xcode. Это все хорошо, но какие языки программирования используются в разработке мобильных приложений? Если мы говорим про Android-разработку, то, конечно же, используется исключительно Kotlin. Никакая не Java, уже Kotlin, а верстка делается на XML. Если мы говорим под iOS, про iOS, то используется современный Swift, а внешний вид, интерфейс, саму верстку мы можем делать на такой библиотеке, как UIKit. Есть, конечно же, Swift UI, это некое подобие, как на Android есть Jetpack Compose, то есть когда у нас нет разделения на XML код и на Kotlin класс, а мы всю верстку и всю функциональную часть делаем именно в классах, без XML и без UI кита. То есть все пишем в одном классе и программируем уже даже внешний вид именно кодом. Кодом в данном случае на Android это язык Kotlin, на iOS это Swift. Раньше на Android была Java, но теперь Android разрабатывается исключительно на Kotlin. Под iOS мы разрабатываем приложение исключительно на языке Swift. Сейчас идет развитие такого подхода, когда мы пишем весь код и внешний вид и функциональную часть в одном классе. Ну, не то, что в одном классе, мы не разделяем на XML и Kotlin классы, допустим. Это такой подход, который в Android используется через специальную библиотеку Jetpack Compose. Но опять же, она очень сырая, и ее сейчас в реальных проектах не используют. Использовать будут в лучшем случае лет через 5. Аналогичная ситуация, но она чуть более улучшенная в iOS. Есть Swift, да, когда мы весь функционал пишем на языке Swift, а всю верстку делаем с помощью библиотеки UIKit. Но также сейчас, как в Android пытаются разработать Jetpack Compose, да, идет развитие этого подхода, в iOS идет развитие такой библиотеки, как Swift UI, тоже нечто подобное. Итак, давайте подведем итог всему вышеизложенному в этом видео. Существуют две платформы, Android и iOS. У каждой есть своя специфика, и нужно начинать с конкретной платформы. Я рекомендую начинать с Android, потому что в нее легче зайти. Под Android мы разрабатываем на софте Android Studio, но под iOS на софте Xcode. Под Android мы пишем мобильные приложения на языке Kotlin и верстку делаем на XML. Под iOS мы пишем код, всю функциональную часть на языке программирования Swift, но внешний вид, всю верстку мобильных приложений мы делаем на библиотеке UIKit. В данном случае есть множество вариантов, но это самый такой стартовый подробный вариант. В целом это все, что я хотел вам рассказать в этом видео, но я открою новую рубрику на своем канале «Ответы на вопросы». Если вы захотите получить какой-то ответ на ваш вопрос в формате видео, то напишите мне этот вопрос в комментариях. Я обязательно на ваш вопрос сниму видеоурок. А на сегодня это все, что я вам хотел рассказать. С вами был проект Mabu. До встречи в следующих эфирах. Всем пока!